Всем привет, ребят! Меня зовут Дина, и вы на канале Дина Блин. Сегодня мы посмотрим игру Countdown Stalin. Успокойся, Сталин. Говорят, она веселая и весьма безумная. Так что без лишних слов, погнали! Ой, уровни пройдено. Ладно, давайте слот один. Что это значит? Промах мимо цели из нагана понижает целостность государства. Нажмите любую кнопку. Приблизьте руку к кнопке, чтобы угрожать врагам. Ой, мы нажали на кнопку. Приказ наступления, вот он. Война неизбежна, черт. Это так легко. Звонящий телефон существенно повышает стресс. Окей. Блин, сложно. Ага, значит, мы рукой управляем. Смотрите, мы сейчас приближаем, и враги такие. Оу, как страшно. Нажмите правую кнопку мыши, чтобы выбрать другую руку. Курим, да? Возьмите трубку и покурите, чтобы уменьшить стресс. Хорошо, а вот зеленая полосочка внизу, это, видимо, уровень. Все, враги боятся. А где стресс? Враги боятся. Может, покурить? Давайте покурим немножко. Еще курим, курим. О, враги! Нужно их напугать. Ребята, пугаем врагов. Ух. И... уровень пройден! Отлично. Прогресс, усталость, государство в порядочке. Погнали дальше. Полученный телефон. Отвечайте на звонки, чтобы повысить целостность государства. Угу, открыли достижение, телефонист. А, Б, С, и что это будет? Нужно сделать пару звонков. Ладно, давайте А. Мигающая лампа существенно повышает стресс. Мы будем курить трубку, чтобы сбросить стресс. Давайте ответим. А мы сами кому-то можем позвонить? Мы говорим нет? Ладно, не время. Как мне положить трубку? Как мне положить долбанную трубку? Положи трубку! Трубку, говорю, положи! Не надо тут танцевать! Господи, да у меня трубка в руке, две трубки у меня, в каждой руке по трубке, что делать? Все в порядке? Да. Все, кладем. Как мне положить трубку? Я трубкой нажала на кнопку. Высокая усталость повышает скорость набора стресса. Так, все нормально. Значит, пугаем врагов. Ха! Боитесь, да? Боитесь, да? В общем, пока не звонит телефон, оставляем палец над кнопкой, чтобы у нас не повышалась опасность от врагов. Кнопочка. А теперь берем трубку. Отвечаем. Так. Все, да? Да блин, мне не положить! Нет! Нет! Ну нет же! Как мне положить гребаную трубку? Как мне ее положить? Я не понимаю, как класть эту трубку! Надо было на колесико нажать. Этот уровень у нас в кармане, ребят. Теперь, когда я знаю, как класть долбанную трубку, мы победили, считайте. Я могу даже убрать руку с мышки. Просто держу там палец. Товарищ Сталин, не волнуйтесь. Нет. Это было близко. А где уровень стресса? Где уровень усталости? Я не вижу. Ага, я уже готова ответить на звонок. Да, я здесь. Ухо, держу трубку, все в порядке. Да. Кладем, теперь мы это умеем. Да подожди, я занята кнопкой. Я поняла, что дает стресс, смотрите, я в стрессе, из-за этого у меня палец шатается, вот оно что. Ладно, сейчас уровень закончится, мы не будем отвечать на этот звонок. Мы не будем на него отвечать. Все, прошли.
Блин, усталость растет. Лучшая лампа повышает стресс, когда мигает. Ударить, чтобы починить. Открыли достижение электрик. Бейте грушу, чтобы уменьшить скорость набора стресса. Столько предметов. Мне нужно сменить руку и ударить лампу вот так вот, да? Это я могу. Так, минуточку, нужно заняться государством. Когда я не в стрессе, у меня не дрожит палец. Сейчас она начнет мигать, да? Я немножко поправлю прическу. Эй, лампа, ты чего? Такой, это не я управлял государством, нет, мальчики управляли, я рядом стоял. Так, ой, как не вовремя. Да ты долбанная лампа, не смей! А? Нет, дурацкая лампа, на, получи. Фуф, чуть не нажала. Чуть не нажала. А что-то я в стрессе. Бойтесь меня, враги. Сейчас почти прошли уровень. Почти. Это было близко. Следующий уровень — собрать министров и офицеров и приготовиться к защите Отечества. В режиме на время невыполнения государственных дел ускоряет ход часов. Так я не поняла, что у меня сейчас все нужно делать? Ой, чуть не нажала. Покурю, пожалуй. На всякий случай. Алло. Черт. Да я отвечаю, я держу руку, ухо. Положили. А, помяли лампу. Боже, сколько дел у товарища Сталина, черт. Какой стресс. Нужно и курить, и отвечать на звонок. Давай уже договори. Все, пошел отсюда. Пошел. А! Пугайтесь, враги, пугайтесь. Блин, еще только половина. Нет, я почти нажала. Да, блин, дурацкий телефон. Я знаю, вот так вот. На. Почему я не догадался раньше так делать? Опасное поведение. А, блин, лампа мигает. На, дурацкая лампа. Лучи. Я случайно, нет, что я делаю? Да, блин. Так, положи эту трубку. Да положи трубку. Фух. Какой накал. Мы получили водку. Выпейте, чтобы существенно понизить стресс. Ой, он дневник ведет, я не заметила. Провел весь день, отвечая на звонки по новому телефону. Пытался привыкнуть к новой лампе, она мигает. Собрал министров и офицеров, чтобы обсудить положение дел. Целостность государства не должна достигать нуля. Так, водочка. Ха, класс. Ой, как я могла не заметить? У нас же проблема. А чего такой стресс у товарища? Блин, надо выпить водки. Черт, скорее выпей. Скорее. А! Блин. Я уронила рюмку на кнопку. Какой фейл. Так, нормальненько. О, отлично, весь стресс как рукой сняло. Класс. Товарищ, а что ж ты волновался? У нас же ни лампа не мигала, ни телефон не звонил. Я случайно! Я просто танцевала правой рукой. Курение несколько раз подряд более эффективно.
Он отряхивает крошки после обеда. Срочная кнопка. Бойтесь, бойтесь все. Как медленно откатывается, а? Ну, поглядите. Он перестал откатываться. Наверное, мне нужно так продержать до конца уровня. Еще половина. Еще половиночка. Ха-ха-ха. Блин, ладно, я опять начинаю баловаться. Ой, что-то чешется. Все, нормально. Почти. Прошли. Ладно, ребят, я думаю, для первого раза хватит. Пишите в комментариях, как вам эта игрушка, ставьте лайки, и по количеству лайков, и по отзывам я пойму, стоит ли нам еще разок в нее сыграть. Так она выглядит достаточно веселой. Сбросим стресс, выпив водички. Подписывайтесь на канал, кто еще не подписан, смотрите другие прохождения, и скоро уже увидимся. Пока-пока, товарищи!